Всем привет, дорогие зрители! Сегодня мы с Вовкой снимаем новую серию летсплея HiTech. Привет, Вован! Привет, Вован! Вот, ну и, собственно, всем привет, ребята! Всем-всем здравствуйте снова, Вовка, погоди! Вовка, погоди! Блин! Я все, уже упал. Погоди, я хочу посмотреть окрестности сверху. Ну-ка, сейчас прицеливаемся. Пиу! Нифига не увидел. Если честно, только потратил немножко броньку. Ах, вот, ребята, я хочу, чтобы вы меня могли поздравить. Но они этого не сделают. Погоди, я хочу, чтобы вы меня могли поздравить. Теперь у меня, как у Андрея с Денисом, есть чуйка. Ну, Вовка, они так называют, в общем, это типа ощущение того, что серия должна скоро закончиться. Не волнуйтесь, это ребят, почему? Не волнуйтесь, ребят, еще долго будет серия длиться. Вот я к тому, что теперь у меня есть таймер, и я могу более-менее хоть как-то отслеживать. Ну да, чтобы не было неутомительно и все-таки какой-то экшен. Вот раньше приходилось все время запоминать, что да как, что да где. Вот, ребятки, после серии с Аленкой, Вова ее, может быть, потом посмотрит, поржет над нами, там весело было. Вот, все-таки я раздобыл немножко резины, ну как немножко, стака так полтора, и наделал проводов, немножечко поперемалывал в этой вручной молотилке руду. Теперь у меня, собственно говоря, есть электропечь. То есть я сделал электропечь, которая питается от генератора, еще давно сделанного. И помимо электропечи, я начал копить ресурсы на мацератор. Вовка, мацератор, если ты вдруг не знаешь, ты знаешь, что это такое, нет? Дробилка. Дробилка, Вован, молодец. А где это, моя печенька? Что твоя печенька? Какая печенька? Ну я же ответил, чего мне печенька положена. Это как лошадка, да? На этих, на выставке, типа, или собачка, да? Не, ну я, конечно, не ассоциировался с лошадью, но ладно, знаешь, я вспомнил эти, не помню, какой-то цирк или что-то, ну, в общем, или зоопарк, что ли, там, в общем, что-то лошадь какая-то была, вот, она делала какие-то выкрутасы забавные, ее можно было сахаром, печеньем кормить, там, все, лопало. Вспомнил, это я в детстве ездил, я не знаю, мне было, наверное, лет 8-9, это конный клуб был у нас тут где-то в этом, в Зальцовском бару, Вован, в Новосибе. Ты там кого-то возил? В смысле? Я себя возил на лошади, лошадь меня возила. На себе, точнее. Это неинтересно. Вот если бы ты лошадь возил на себе, то это было бы. Не-не-не-не. Тогда бы я не снимал. Да. Тогда бы я уже ничего бы это не смог делать. Ох, ребят, я не знаю, как так получилось. Ну, короче, я балбес. Потому что это мы знаем уже давно, да. В общем, я срубил все гивеевые деревья и такой думаю, ладно, я пойду пробегусь, значит, у себя там позаконопачиваю дырки, поулучшаю там чуть-чуть домик, пока с них опадут саженцы. Ну и такой минут через 20, значит, прибегаю к гивеям, и все, ну гивей нет, саженцев тоже нет, все уже давно опало и исчезло. Представляешь, все уже украдено до вас. Да. Наглым сервером, ну, который пишет предметы, будут удалены, валяющиеся на земле. Ладно, это еще для меня можно было бы как-то понять. Я недавно зашел, не ориентируюсь. Да еще. Я увлекся перестройкой. И Вован, пипец. Короче, Вовка, береги эту гивею, это единственный росток, который у нас остался. Вот, Вовка, о чем я тебе говорил. Береги этот росток, потому что это единственный росток, который остался. И так и прыгнул. Ой, Вов, я его случайно сорвал, да? Ладно, что ж, побежал. С него надо будет ростки рассадить снова, собственно говоря. Так. Конечно, мне всегда приходится за тебя все делать. Ты все ломаешь, а я все строю, ну, ладно. Так, глаз у меня больше нету, поэтому придется идти пешком. Я имею в виду глазов Эндера. У меня был глазик, я тогда прыгнул-то. Наверх. Сейчас я, Вован, добегу до своего дома, покажу, как я там что перестроил чуть-чуть.
Вот. О, блин, добегу до своего дома. Вован, да тут бежать-то, ё-моё. Я только выбежал, так уже сразу в свою стену долбанулся. О, а ты боялся трудностей. А, ребята, вот я это не показал, эту систему. Тут, собственно говоря, кто-то напахал опять какой-то ерунды вокруг моего дома. Здесь, в общем, подарочная такая штука. Тут висят таблички, тут написано: сюда вы можете бросить предмет, который хотите мне подарить. Данная труба доставит ваш подарок прямо в мой сундук. Спасибо за помощь, но не перестарайтесь, оставьте себе. Не, знаешь, почему я написал последнюю табличку? Не, оставьте себе. Потому что реально, вчера прибежал народ, человек 6. И я не знаю, они просто с полными инвентарями булыжника. И земли, понимаешь? И я так смотрю, а по трубе течет бесконечное количество булыжника и земли. Я такой, ёлы-палы, два ящика мне там двойных забили ими. Я такой, так, все, харе. И поставил вот там вот, пришлось два алмаза потратить, капец, вован, на эту сортировочную трубу алмазную, которая там, ну, не программируется, а настраивается там, предметы какие сортировать, куда. У нее там 6, получается, сторон, куда она может их отправлять. Ну, одна принимающая, остальные. Вот. И, короче... А вот у меня вот булыжник кончился. О. А я тебе могу принести. Ты добеги до меня, я тебе полный инвентарь дам булыжника этого. В общем, ребят, если вы кидаете, допустим, булыжник, он уходит по сортировочной трубе, вот туда ускоряется, прилетает обратно вам в голову. Сейчас он прилетит мне в голову. Сейчас, так, сейчас. Че, ждем. Ждем, ну, давай, лети. Хоп, и ты умер, да? Что-то не летит. Что-то я не знаю. Может, он уже улетел? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Может, я уже успел отрубиться и порубиться заново, а он улетел уже давно. Странно, не знаю, в общем, что-то не летит. А если туда кинуть морковку, например, 19 штук, да? Вот, то она попадет в сундук для ценных предметов. Странно, ну, в общем, куда-то булыжник улетел в неизвестном направлении. Сто вот земля прилетела мне в голову. За обмен валюты тут целый. Вот сюда. Да, Вова, не ленишься ты уже. Ждешь, тебя покармливать будут, да, все? Вот и морковь. О, слушай, мне кто-то алмазный меч бросил, что-то прикинь. Добрые люди. Смотри, его, наверное, использовали там уже до конца. Не-не-не-не-не, слушай, он вообще целый. Я в офиге. Но... Ребят, не надо так конкретно-то это... Они думают, ты слишком уже анщител, так сказать. Да нет, понимаешь, просто была такая проблема. Вот у наших, у многих тут стоят на самом деле эти трубы, вот эти вот всасывающие, из чего они там делают, не помню, из обсидиана. Вот, которая труба забирает в себя предмет, который рядом бросаешь. Потому что народ прибегает и просто все толпой толпятся и ждут, типа, возьми. А это очень как бы, ну, неудобно, долго, прочее такое. Вот поэтому. И где эта труба? Вот я у тебя. А она вот бежал. Возле входа в нижнего. Опа. Ну... Кирпичная там, видишь, такая штука. Да. Yeah. Вован, ты чё, заблудился там, что ли? Ну, понастроил только таком, блин, фиг найдешь. Ты где эти? А. Вижу. Вот. Ну, прям вот, девайс. Вот, видишь, вот через эту золотую трубу ускоряется и улетает вот туда обратно в голову, видишь? Вот такая вот тема. Я тут пол вот так вот переделал чуть-чуть, видишь, красивенько как бы сделал тут это чё как. Вот тут у нас телевизор стоит, смотри, там этот висит, как его, какао-бобы на портале в Нижний мир растут. Пойду их чуть-чуть. Неплохо. Пойду их чуть-чуть пересажу. Кстати, Вовка, тут где-то по местности бегает свинозомби бешеный. Будь осторожен. Но он вышел из портала, я вместо свинозомби как колбобы посадил, чтобы росли. Там что, тепло возле портала, понимаешь? Я думал, меч унесет. Вот смотри. Не, у меня была такая мысль. Вовка, смотри, справа видишь, автоматическая печь электрическая стоит. Вот. А чтобы, кстати говоря, скрафтить мацератор, нам нужно 4 кремня, 3 алмаза, Advanced, вот такая вот circuit панелька, ну, улучшенная, короче, микросхема. Так, мы сейчас скрафтим обычную микросхему. Для этого нужно 6 проводов, 2 одна вот такая вот плиточка. Так, сейчас, секундочку. И 2 редстоуна. Сейчас я его вскрафчу и тебе ее кину, ты посмотришь, как она делается.
А, или знаешь... Да, давай уже делать. Знаешь, что сделай лучше? Набери, вот у тебя, видишь, этот самый инвентарь, когда открываешь, видишь, внизу строчка черная. Да. Вот набери в нее по-английски автомат. Автомат. Набрал? Томпсона. Да зачем Томпсона-то? Видишь, у тебя появилось, ну не знаю, штук 8, наверное, да, установок каких-то. Да. Вот, третью нажми, видишь, автоматик мацератор. Да. Смотри, какой крафт к нему веселый. О, всего-то. Да, ну можешь потыкать туда-сюда, посмотреть, как что делается. То же самое, как палочку сделать. Какую палочку? Ну, просто палочку из двух досок. Ну, почти. Совсем чуть-чуть сложнее. Так, мне нужно 4 красные пыли, 2 светящихся и 2 лазуриты. 2 лазурита, 4 красные пыли и 2 света пыли. Я у тебя немножко там ящики опустошил, но я думаю, ты сильно не заметишь. Да, ничего страшного, Вов, как бы, что, все равно все вместе практически всегда ходим. Ну-ка, что ты тут унес? О, у тебя Линкин вверх какой. У тебя, слушай, курица стоит там. А, да я знаю. Тут постоянно бегает вокруг моего дома. Постоянный гость моих этих окон ходит тут. Я уже не знаю, ребята, я уже прячусь от вас. Вы посмотрите, до чего вы меня довели, это капец. Я тут уже окна забаррикадировал булыжником. Мне просто, Вов, ну знаешь, ну стоишь в ящике, перекладываешь вещи, да, сортируешь. Раз поворачиваешься, там у одного окна 4 человека стоит, у другого 3 человека стоит. Все стоят, смотрят. Чего смотрят, непонятно. Чат я все равно не читаю почти никогда, он зачастую закрыт даже. И знаешь, ты... А это зря, те люди пишут что-то, поговорить не, хотят, не. А ты молчишь. А когда открыт чат, как бы не всегда пишут, то есть я... У меня бывают ситуации, когда там стоит раз, человека 3-4 стоит, они стоят полчаса, например, просто реально, полчаса реального времени стоят, смотрят тупо через окно, как я по дому хожу. Едят время от времени. Я не знаю, такое впечатление, что я герой какого-то фильма, они пришли в кинотеатр, там по ту сторону экрана сидят, на меня смотрят. А ты знаешь, так ходишь, что здесь кто-то есть, да? Да, здесь кто-то есть, ну-ну-ну. Ну, у меня тоже такое, в Майнкрафт захожу, чем-нибудь играю, постоянно ощущение чьего-то взгляда, как к тебе в гости забегаю. А вот он носится, да, ну, наверное, всю игру вот просто наблюдает за тобой. Наверное, ребят, это как, это знаешь как, это преждевременный просмотр серии, которая будет снята, понимаешь, Вован? А потом наперед он рассказывает, а вот у него то-то будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, ребят, смотрите, из 8 пластин пережаренного железа и 1 ключа получается машинный блок. Ну, пластины делаются вот так вот при помощи кувалды. Так, собственно говоря, что, 8 мне их надо, 8 и гаечный ключ. Сейчас я попытаюсь это дело скрафтить. Так. Ух ты, а гаечный ключ-то тратится просто. Он. Я думал, вон гаечный ключ у меня просто используется раз и все. А он чисто тратится. Ну, по идее... А ты думал, все так просто? По идее, удорожание получается в 2 раза. То есть раньше вот машинный блок, он получается... Что ты там уперло? Да я у тебя эти еще. Камушки. Камушки. А, во-во-во-во-во-во. Иди ко мне сюда, вот сюда. Иди сюда. Вот сюда. Нижний ящик самый. Самый нижний ящик. А, всего-то. Да-да-да. Я думал, у тебя нормально затариться можно. А я просто уже потратил большую часть того, что было. Там было половина этих ящиков забита камнем, которые мне вчера принесли как-то раз. Так, собственно, нам нужно... Вов, наделай дверей. У тебя что-то... Я заколебался уже яму рыть, чтобы пролезть наружу. Вовка, так у тебя... Вот же, Вован, ты где? Тут же есть дверь. Где? Ну вот тут к себе. Я со своей стороны к тебе иду, я двери не наблюдаю. Вова, она вот, блин. И зайди обратно. Вот. Зайди обратно. Ну-ка, давай быстро. Давай быстро. Ну, здесь я вот. Смотри. Подходишь. Ну, да, раз, да, два, да. Три. Зашел. Оп. Оп. И ты снаружи приколись. Дверь. Да ты можешь один люк только открывать, закрывать. Вон тот, который в самом низу. Коп-по. Курицы гуляют за окном. Ля-ля-ля-ля-ля. Они еще не только гуляют, они еще наблюдают за тобой. Следят за мной.
Вот-вот. Они хотят меня уничтожить. Не знаю. Может быть, я один такой. Да, чувствую, да, преследование, мания такая. Так. О, Вовка, все, я скрафтил автоматик, мацератор. Если хочешь, можешь прийти посмотреть, как он крафтился, блин. Это капец. Ну, я его, в общем, сейчас... Страшно становится? Да вообще жесть. Ну реально, это ужас какой-то. Я его поставил тут, Вова. То есть ты как, если заходишь в мой дом, у меня, получается, три таких странных печки стоят. Одна под ящиком, это автоматик-мацератор, ты туда просто кладешь, понимаешь, стак руды кладешь, получается два. Прикольно, да? Вот. То есть тема прикольная. Там как бы по два слота. Два слота на то, что будет жариться, и два слота на то, что получится. Из того, что планировалось жарить. И, кстати говоря, генератор питается ото всего подряд, в том числе от еловых панелей, от, не знаю, факелов, люков, лестниц и прочей ерунды всякой, которую иногда бывает. А если туда курицу закинуть? Куда, в генератор? Да. Вов, ты пытался когда-нибудь в машину вместо бензина курицу засунуть? В Майнкрафте можно все. Не, ну я согласен, да, тут как бы тут на перегное, да, джетпак на перегное летает, я не знаю. Это, конечно, немного удивляет, но совсем чуть-чуть. Тут ходит, Вова наблюдает постоянно за нами, это страшно. Вова, ты посмотри мою серию предыдущую, там сахар ожил и начал меня убивать. Ужас какой, не, я боюсь смотреть, я потом чай не смогу с сахаром пить. Мне придется на диету садиться. Ну и ладно, ничего страшного. Похудеешь. Ну, буду потом за швабу прятаться, и вот буду ходить за швабу прятаться, Вован. Да, ветер дунет, я упал. Кстати, у нас времечко остается не сильно много. Ну, блин, опять. Да, 3 минутки остается у нас как бы. Из 20. Не, ну почему? Давай до завтра будем снимать, потом 12 часов видео. Нормально. Мне его еще рендерить, понимаешь, нужно. Кстати говоря, ребят. Не знаю, как что получится, потому что на этих выходных в пятницу вечером я с работы сразу уезжаю с родными, еду на горные лыжи. В горную Шерю, гора Зеленая, если кто знает, это поселок Шерьеж на Алтае, такое место есть интересное. Вот, то есть я там буду кататься на горных лыжах, там что как, фотки, видео, если что-то будет, потом будет в группе у меня, ну и на канале, если что там смогу залить, да. Вот, поэтому на выходных, к сожалению, извините, много видео выходить не будет, а ну потом уже на недельки я продолжу. Ты видео сними, как ты будешь... Там слышь падать и все такое, а мы посмеемся. Вован, ну слышь, я не падаю, я слишком давно катаюсь и хорошо катаюсь для того, чтобы падать, слышь. Ну ты упади специально. Какой ты добрый. Так, собственно говоря, че, Вовка? Сейчас я до тебя, наверное, добегу, посмотрим, что у тебя, как там. Ну, я все занимаюсь строительством своих башенок и тому подобное. Вот, и посмотрим заодно как раз на твои башенки. Чтобы тут сидеть и стрелять во всех. Все всякие курицы, которые за мной будут наблюдать. Это же Вован, это же фанаты. Ну, фанаты. А фанаты обычно люди, как бы, а тут животные. Это пугает. Это пугает. Ты на себя посмотри. А я не знаю, даже. У тебя скин есть? У тебя скина нет, ты Стив, Вован, ты вообще клон. Таких, как ты, в мире миллионы. Так, ребят. Вова, как он залез? Кто? Он, наверное, за тобой, ты дверь не закрыл. Да я закрыл дверь. Иначе он бы ее закрыть не смог. А где ты там проплывал? Да я нигде не проплывал. Так, Вова, я не понял. А, Вова, ты Вова, камнешь? Вова, смотри. А, нет, тут нет дыры. Блин, я думал, тут дыра. Ты ко мне Штирлицев заслал, да? Не знаю, как он сюда залез, я что-то не понимаю. Да что буду, заяц? О, слушай, смотри, пи-пи. Слышишь, пикает.
Ага. Это, короче, таймер. Во. Слушай, Чего надо? О, а, нет, не нашел. Не натуральный нашел. Будет таймер прям. Ну, что тут дверь была открыта. Вот, наверное, он через нее пошел. Так блин. Это ты ее сейчас открыл. Ну да, не, я вообще говорю, блин, а как еще? Это курица, она еще сквозь стены проходит. Ну так это же курица. А вот и тебе и доказательство, что пингвины умеют летать. Курица, то есть. Пугает его. Вот, кстати говоря, вот смотри, пингвин не рыба и не птица, да? Вроде не летает и вроде, ну, и по суше ходит, да? Это непонятно. Рыба-птица. Это пингвин. Пингвин это просто пингвин. У меня даже слово не поворачивается, чтобы язык сказать. Ты про что? Ну, в смысле, язык не поворачивается, что слово такое придумать, сказать. Рыба-птиц? Птиц, да. Птицы рыбы и рыба-птиц? Ну, так, это... Вовка, кстати, к тебе в дом можно пролезть. Ты что, прикалываешься, что ли? Ну, в домик. В домик, смотри, на крышу залазишь и такой, да. Фигакс. Обана. Обана. Да к окошке-то, окошке-то дырка-то между четырьмя стеклами, там можно забраться. О, дурдом какой. Так, где это курица? Вот чувствуй такой добрый. Я не знаю. Наверное, все сам летилось. Слава богу. И ест, и такое чавканье, знаешь, откуда-то снизу. Да ты вообще каннибал. Так, это... Вов, что насчет видео-то было? Что насчет видео? Мы еще снимаем. Мы сейчас снимаем? Да. Ты бы хоть предупредил, а то я мог нецензурную славу каким-то сказать. Так, незначай. Потом бы вырезали, что. Ну, что, ребят, ну, ну, человек с армии вернулся, всякое бывает, что. Там все-таки свои устои. Да, там без матов порой не получается объяснить человеку, что от него нужно. Ну да, там как бы люди такие, немножко специфические, не такие, как на гражданке здесь, в привычном для нас обществе. Вовка, у нас уже получается минут 25, наверное, давай заканчивать на этом. Да-да-да, все, всем пока, я спокойной ночи, я пошел спать. Да, всем счастливо, ребят, спасибо, что вы были с нами, смотрели видео. Всем пока. Есть и морковку, она вкусная.